Друзья, я так сегодня заработался, что совершенно забыл, что у меня дома в холодильнике чуть ли не повесилась мышь уже, потому что еды совершенно нету, и что я выбежал быстренько пообедать и скоро вернусь к делам. Короче, что-то я опять голодный. Мне, кстати, недавно писали касательно моих предпочтений в еде. Ну, в целом, есть два типа еды для меня. Это красивая и сытная. Красивая и интересная. Это устрица. У меня еще такая история, что я вообще не успел поужинать и иду на футбол со своей пиццей. Я сейчас буду сидеть и наминать прямо перед пацанами. Потому что поделать. Зато поддержка будет от души. Здесь можно прийти попьянствовать и посмотреть на экране футбол. Удобно. Там наливают, здесь играют. Так, пошли, ладно. Не, ребят, на стадионе атмосфера — это, конечно, другое. Какой же это кайф. Просто офигеть. Только зашел, и нам забили второй гол. Что за херня? Пацаны, ну? Ну ладно, хоть писю поем. Да, такое.